Доставали не только тряпки и бутылки, а даже шубы и велосипеды. Летом прошлого года в поселке Белый Яр из-за засора канализационного коллектора жители нескольких поселков лишились благ цивилизации. Тогда ситуацию удалось решить с помощью прочистки трубопровода. Сегодня ведутся работы по капитальному ремонту объекта. Население каких территорий Сургутского района больше не будет переживать, что может вновь остаться без канализации и водоснабжения, знает Валерия Кудрявцева. Аварию лета прошлого года жители Солнечного, Белого Яра и Барсова запомнили надолго. Из-за того, что забился коллектор, через который стоки уходят на очистные сооружения Сургута, тысячи людей остались без канализации, а также горячей и холодной воды. Чтобы найти причину, понадобилось 3 дня. Чистили, небольшой ремонт временно сделали, и было принято решение проводить капитальный ремонт все-таки участка. Вроде бы и участок-то небольшой, 35 метров, но это такой основной участок, который соединяет основной приемный коллектор и подачу стоков на очистные сооружения. Однако капитальный ремонт этого жизненно важного для населения объекта оказался не так прост. Глубина, на которой лежит канализационный коллектор, 6 метров. Уровень грунтовых вод значительно выше. Поэтому было принято решение отложить эти работы, то есть как раз сентябрь-октябрь месяц в эти, чтобы когда у нас падает уровень грунтовых вод, и также чтобы уменьшить работы по выемке грунта, то есть воды меньше, грунта, естественно, нам по разработке нужно будет меньше выемки производить, минимизируем, то есть время работы. Уже демонтировали старый трубопровод и уложили новый. Осталось заменить 2 колодца и подключить к ним сети. Для того, чтобы во время реконструкции население не осталось без воды и канализации, проложили временные системы. Старый коллектор отслужил более 20 лет. Скорее всего, именно возраст и человеческий фактор послужили причинами для его выхода из строя. К сожалению, мы объясняем и говорим о том, что канализацию нельзя засорять. Канализацию нельзя ни в коем случае не сливать отходы жизнедеятельности, ни продукты питания, да, потому что это подчас, это видно. А мы доставали оттуда, ну что мы только оттуда не достали. На капитальный ремонт из бюджета Сургутского района потратили около 5 миллионов рублей. Сдать коммунальный объект планируют в ноябре. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут, Интерновости, Белый Яр.